По итогам короткой программы она стала 22-й. Сильная девушка, и вчера было тоже неудачное катание. Посмотрим, что будет сегодня. Каскад 2-2 всего. Ну вот он, тройной Лидбергер есть. Все-таки со второй попытки она его сделала. Начало тройным прыжкам положено. И оценочка, видите, в левом верхнем углу с премией. Двойной аксель исполнен не очень удачно, с касанием на приземление. Судьи, видите, сразу все это увидели. Штраф, чуть больше балла. Пока техническая сумма лидера, вот самая нижняя строчка в нашем табло, 41,8. Это оценка, которую набрал текущий лидер в произвольной программе, которую мы с вами смотрим. А вот Наталья Макея потихонечку баллы набирает. Это вторая строчка снизу. Вот у нее там уже 10,90. Сейчас будет все больше и больше. И, возможно, она превзойдет оценочку 41,8 суммарную. Очень хорошо попадает музыку девушка. Да, из вот Британии. Это ее плюс. Она слушает музыку. Что бывает не всегда в фигурном катании. Некоторые спортсмены просто гоняют, как говорят, от прыжка к прыжку, и все. Это дает третий уровень дорожки. Да, это дорожка третьего уровня. А еще, наверное, учитывая то, что она сделана в музыку, будет поощрение по части компонентов. Но это мы увидим только в самом конце программы. Двойной аксель все-таки тяжеловато. Вот прыжки исполняет Наташа Маккей тоже с не очень большого хода, скорость недостаточно, и поэтому страдает высота, страдает пролет. А по нынешним правилам фигурного катания это все поощряется, это очень... оцениваются судьями. Сейчас же оценки можно получить до плюс 5 ставят за каждый элемент судьи, поощрение. Вот сейчас прыжок последний был Сальхов, уже лучше. А вот этот Сальхов следом, который сольно не получился. Каскад был сделан хорошо. А сейчас падение. Двойные прыжки. Вращение с прыжком в начале, чинян. Позиция волчок, усложнение, которые дают уровень вращения. Ну, Наташа катается с хорошим настроением, пытается компонентами компенсировать свои микроошибки в прыжках. А что? И это способ набрать суммарную хорошую оценку. Мы не сделали прыжок, так мы вам сейчас покажем такую программу, что... О, спектакль! Смотрите сути. Ну, вот вращение Наташи Макей... хорошая. Вы знаете, они все третьего, даже вот 2-4 уровня. Дорожка у нас оценена на третий уровень. А дорожка была, как мы уже отметили, музыкальная, с попаданием в музыку.